Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на традиционном празднике «Честь школы. Моя честь». Сегодня здесь, в нашем зале, лучшие из лучших. Самые талантливые, мудрые, сильные, Здесь те, кто славится своими учебными достижениями. Те, кто углубляется в тайны науки и исследований. Здесь те, кто, не жалея себя на беговых дорожках и игровых площадках, приносит славу нашей школе. Те, кто дарит свой талант, свое творчество, свое искусство благодарным зрителям. Благодарным зрителям и все сегодня здесь, в этом зале. Приветствуем вас! Вы, ребята, гордость нашей школы. Вы снова и снова доказываете, что вы самые лучшие. Лучшие дети лучшей школы. В номинации «Звезды учебы» награждаются те ребята, которым годы учения совсем не в тягость. И совсем не важно, сколько лет они грызут гранит науки. Главное, каких высоких результатов они в этом деле достигли. На сцену приглашаются победители в номинации «Звезды учебы», а награждает их заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дороничева Наталья Александровна. Всем добрый вечер. Очень хочется вспомнить, наша страна Россия богата кладезем умных интеллектуалов, и мы счастливы, что наши дети являются частичкой этого клада. Они сегодня не просто ученики, они сегодня отличники. От всех, от всего нашего педагогического коллектива, от всех тех, кто присутствует, порадуемся вместе за них, пожелаем им доброго пути, не сдаваться, и пусть оценки 5 отлично будут у вас по всей жизни. Поздравляем. На сцену приглашается Воробьева Анна, 2 А. Бандурина Ксения, 2 А. Бушуев Владислав, 2 А. Ялалединова Софина, 2 А. Бородулина Василиса, 2 Б. Кириллова Дарья, 2 Б. Симакова Александра, 3 А. Ягодина Вероника, 3 А. Патрушева Софья, 3 А. Емельянова Екатерина, 4 Б. Абулкен Шнур, 4 Б. Грибова Дарья, 4 А. На сцену поднимаемся очень быстро, грамоты свои получаем и на сцене выстраиваемся, потому что вы наши звезды, мы все хотим вас видеть. Хамидулин Данил, 4 В. Щербаков Олег, 4 В. Старостин Вячеслав, 4 А. Полкетова Ева, 4 А. Зарубина Полина, 2 Г. Гард Яна, 2 Г. Останина Ксения, 7 А. Севиргина Анна, 7 А. Ишимников Петр, 5 А. Дубынина Ксения, 5 А. Першукова Анастасия, 5 А. Дикун Александр, 5 Г. Приглашается победитель интеллектуального марафона на Кубок главы города Чинаева Анна, 5 Г. Михайлова Надежда, 6 В. Альшина Екатерина, 11 А. Кадочникова Анна, 11 А. Суровский Георгий, 2 В. Победители конкурса «Эмма» – Лебедев Сергей, 2 А. Дударь Елизавета, 3 Г. Плотно-плотно, подвигайтесь, вставайте плотненько друг к другу. Можно в два ряда, чтобы вы сделали красивую фотографию. На сцену для награждения приглашается Леонтьева Валерия, 2 Г, Коклахметов Кирилл, 6 А, Бартко Егор, 6 А, Аристова Валерия, 6 А. Для награждения на сцену приглашается Шонгина Ульяна, 7 Б. Как много звезд и все аплодисменты для вас, потому что вы отличники и гордость нашей школы. Для награждения приглашается Тишинов Иван, 8 А, Глинина Екатерина, 8 А, Потапова Виктория, 10 класс.
Спасибо большое вам за ваше умение учиться и брать знания отовсюду, где они есть. Большое спасибо вам, что вы выбрали именно нашу школу и прославляете именно лучшую школу города, школу номер. Аплодисменты вам и общая фотография для вас. Есть фотография? Спасибо. Проходите, пожалуйста, в зал. Сегодня весь вечер для вас на сцене лучшие танцевальные номера наших замечательных хореографических коллективов.